Жители поселка Дунай организовали аллею памяти в честь защитников, погибших в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Все подробности в нашем сюжете. Молодые березки высадили в поселке Дунай. Это аллея памяти погибшим в СВО. Это самое малое, что можно сделать для ребят, отдавших свою жизнь на благо Родине, защищавших ее интересы. Здесь каждое деревце именное. 5 берез, 5 жизней. Сегодня высаживаем аллею памяти в честь наших бойцов, земляков-дунайцев, которые погибли, выполняя задачи специальной военной операции. В честь них вот высаживаем молодые березки. В установке табличек приняли участие наши общественники, неравнодушные жители во главе с Кузнецовой Татьяной, которая регулярно организует сбор помощи, поддержки нашим бойцам. И вот она проявила инициативу, подготовила такие таблички в честь каждого бойца. Помощь в организации аллеи оказали местные предприниматели. Школьники выкапывали лунки для посадки деревьев. Также на мероприятии присутствовали родственники героев и жители Дуная. Березу в память о погибшем двоюродном брате Кирилле Байкоматовом высадил Никита. Я помню как хорошего брата, веселого, позитивного. Это очень даже хорошо, то, что в память о нем будет стоять березка рядом с его домом. Сегодня мы высаживаем аллею памяти в честь наших героев, дунайцев, погибших на СВО. И так совпало, что эта березка очутилась и была высажена как раз напротив дома Кирилла Байкоматова. Память о нем. Владимир Заикин, Кирилл Байкоматов, Илья Сербинов, Максим Пашуцкий, Степан Кудряков. Эти имена сохранит аллея памяти поселка Дунай. Земляки помнят и ценят своих защитников. Это поступок мужчины, потому что если ты пошел на войну, ты пошел защищать свою родину, своих близких и родных, детей также. Я считаю, это очень благородный поступок. Я желаю, что тем, кто там воюет, что они все вернутся домой к своей семье.